За полями поля уж поспела пшеница, и склонились к земле колоски не поднять. Почему же, друзья, дух наш начал лениться, и никто не идет Ниву Божию жать? Почему же, друзья, дух наш начал лениться, и никто не идет Ниву Божию жать? Ну а если придет неспокойное время, вместо солнышка дождь будет в лицах блистать, как же будем тогда мы с ветрами трудиться? Разве можно зимой урожай собирать? Как же будем тогда мы с ветрами трудиться? Разве можно зимой урожай собирать? Нам теперь все равно, мы совсем согласились, и привычно все то, что должны отвергать. Неужели кровь Христа понапрасну пролилась, что в беспечности нам жизнь свою прожигать? Неужели кровь Христа понапрасну пролилась, что в беспечности нам жизнь свою прожигать? Кто-то спину согнул, постоянно трудился, ну а кто-то в теньке лето все пролежал. Неожиданно может итог отразиться, результат наших дел взвесит Бог на весах. Неожиданно может итог отразиться, результат наших дел взвесит Бог на весах. Я колени склоню перед Богом в молитве, буду с искренним сердцем к Иисусу взывать до последнего вздоха, дай силы трудиться, чтобы много снопов мне для неба собрать до последнего вздоха. Мне для неба собрать.